Си Цзиньпин направил ответное письмо председателю Китайско-американского фонда авиационного наследия и летчикам-истребителям из добровольческого подразделения «Летающие тигры». Во время Второй мировой войны они выступили на стороне Поднебесной и помогли ей дать отпор Японии. Председатель КНР написал ветеранам, что движущая сила китайско-американских отношений – это люди, и в первую очередь молодежь. По его словам, двум державам следует передавать из поколения в поколение дружбу, которая связала их во время борьбы с общим врагом. Опираясь на эти ценности, Пекин и Вашингтон должны защищать мир, стабильность и всеобщее развитие.